Опа. Кадр сменился на меня. И всем привет. Даже вроде связь, да, есть. Но галерусских почти нету. Наверное, может быть, процентов 5. Так что русская речь не слышна. Детей в этом отеле нету. Он только для взрослых от 18+. Так что, в общем, все прикольненько. А вот. Что еще хорошего? Я помидор. Камера такая. И на самом деле я всегда красноватый. Как хоубой. Так, зависает. Ну, блин, что делать? Будет зависать, будем отключать. Интернет у нас хороший, по-моему, только в номере. Еще в 2-3 местах, которые надо выискивать с миноискателем. Как вода. Вода сегодня попрохладнее, наверное, градусов 27. Я бы сказал, даже холодно. Справа на лбу что-то. Справа на лбу, я думаю, не что-то, а крем. 50% фактор, который меня защищает от выгорания. Коксу мутил? Нет, коксу не мутил. Вы кокосовые орехи пьем каждый день. Литра по 3. Так, что у нас еще хорошего? Лак. Лак держится. Лак держится. Уже 6 дней продержался. Но с ним ничего не будет. Он такой всегда. Мастерик он у меня на солнышке. Сегодня с красным маникюром. Но мы вообще вот поехали с красным. В следующий раз маникюр-педикюр у нас только через 24 дня. Огромный перерыв вышел. Есть у меня дела. Если какие-то дела есть, то решают у меня их ребята в Питере, а я здесь отдыхаюсь. Обратиться к астрологу, вау, забавно. Нет, не в смысле я смеюсь, но у меня было много астрологов в одном этапе жизни. Я не готов жить по небесному расписанию небесных тел с четким ожиданием того, что должно произойти. Это предопределение все равно никуда не уйдешь, но пути к нему совершенно разные, поэтому не надо читать чужие пути. Собственно, вот так вот. Кто по гороскопу? Овен. Родился я 1 апреля. Вот так вот. Так, это что такое? Кстати, мы вчера с Машкой сняли топ-10 самых тупых вопросов Александру Шпаку. В них как раз входит что ты такое, гелия, почему крашу ногти, зачем накрашены глаза, будут ли дети, и еще пятерочка таких же интересных. Вот. Так что, и мы их на самом деле сняли даже на телефон, но с хорошим качеством. Отослали ну, оператору Лешику, он там будет все монтировать. Так что, наверное, может быть, даже завтра-послезавтра выйдет на основной канал. Так, хотелось бы на твое несделанное лицо посмотреть. По-моему, в Инстаграме есть фотография в самом начале где-то. Да, точно есть. Когда выйдет, надеюсь, что выйдет завтра. Ой, так. Тендратен. Там он масек на заднем плане такая. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Кому нужно идти с поясничным отделом? Да с любым отделом нужно идти к остеопату. Только остеопата выбирайте хорошего. В Петербурге могу посоветовать, а в других местах они тоже есть. Надо просто смотреть. Тем более есть целая куча разных техник остеопатии. И надо понимать, кто как работает. Вот. Главное, чтобы человек был хороший. Интуит. Чтобы ему были нужны не только деньги, а ваше здоровье было важным тоже. Ты экспериментировал с цветом волос? Да, когда-то был. У Машки даже есть одна убийственная фотография, но она и выставит гораздо позже. Где это мы? Мы с Масенкой в Доминикане. Отдыхаем. У нас 16 дней отпуск, осталось еще 10 дней. И это целая куча времени. Так, показать Масю? Маська голая. Если я ее покажу, не получится выложить на YouTube. Поэтому нельзя ее показывать. Море. Показать море? Но море вот там вот. Заодно там и Мася. Вот, Мася помаши еще ручкой. Что? Кто это смеет мне писать в отпуске? Я не понял. Совсем с ума посходили. Так. Вот, показали море и показали заодно Масю. Не океан? Да, именно океан. Потому что Карибское море у нас дальше. Кто-то из пользователей нас поправил. А это Карибский бассейн. Это у нас Атлантика. Когда детей заведете? Ответ на этот вопрос будет скоро на Ютубе. Буду всех посылать туда. Но пока ответ никогда. Вампир? Не. И это целоваться удобно. И фрукты грызть. Вот. Отель называется Бая Амбар. А мы всегда отдыхали в Бауэр Принцесс. Тут очень огромная территория, все достаточно неплохо, но для нас тут как-то все чужое. Мася полностью голая? Не, Мася в трусиках. Гелия. Гелия есть видео на Ютубе. Смотрите, повышайте просмотры моих видео. Как в Инстаграме подписан? Как-то подписан. Не знаю, наверное, Александр Шпак. Заходите, у меня в ВК есть страница. А вообще, на самом деле, заходите Саша Шпак на Ютубе, там все реквизиты ко всем остальным, где я в Твиттере, где я в Фейсбуке, ВКонтакте и тому подобное.
зачем ты себя изуродовал? Очень приятно, когда пишут так девушка. То есть, когда девушка ставит себе ягодицы силиконовые, это значит нормально, все прикольно, секси, бразил, да. А как только шпак поставил себе ягодицы, это значит, он себя изуродовал. Кончается мысль стереотипно. Лицо страшное, а сам добрый. Есть такое. Почему все подходят фотка с татуировок? Нет. У европейцев непредвзятое мышление. Для них я больше, наверное, рестлер, либо киноактер, а для русских пидорас. Вот, собственно, ну что с русских взять? Они выросли в такой стране. У нас, как я уже говорю, полстраны служило, полстраны сидело. Как-то так. Показать попу? Ну, как я покажу? Я на ней сижу, либо лежу. Саша, дай урок, как заработать деньги. Деньги, они рядом, их нужно просто брать. Собственно, вот и весь расклад. Надо понять, что для вас более мило, математический склад ума, либо вы хорошо разговариваете, и идти уже в ту область, в которую будете смотреть. Да можно начинать от массажиста, если у вас руки чувствительные, заканчивая, я не знаю, кем угодно, сварщиком по аргону, будете зарабатывать 150 тысяч рублей. Собственно, вот так вот. Так, что с лицом? Ты страшный и тому подобное. Благодарю, спасибо. Слушайте, кстати, вам не угодить? Я так и не понимаю. Мужчина должен быть страшнее крокодила? Тогда все, вау, какой бруталити. Тут страшный, и как-то всем не нравится. Что такое? Какой же ты урод. Да? Зато жена красивая, квартира хорошая, машина шикарная, я в Доминикане. Как-то вот так, как реагируют на меня доминиканцы, доброжелательно. Мы с ними болтаем аккуратненько на испанском, на шпака испанском. И у нас с ними все прикольненько. Они на самом деле очень добрые, только очень необязательные, и абсолютно не понимаю, что такое время. Если они сказали, через минутку могут не подойти вообще никогда. Так, чего еще? Клыки показать, так они у меня все время оголены, у меня шелудка до ушей. Классная реакция на оскорбление? Да какая она еще должна быть? На самом деле, если человек на что-либо обижается, значит, люди вам говорят правду. Собственно, вот так вот. Так. Сашка, ты самый лучший. Клыки шикарные. Можно мы тоже на тенечек поставимся? Можно, но я при всем уважении сейчас в перископе. Если я начну двигаться, он слетит. Поэтому, если вы мне дадите 5 минут, я обязательно передвинусь. Хорошо? О, это наши соотечественники подошли. Так что, видите, здесь есть в русском отеле русские. В доминиканском отеле русские. Так, Саша всем что-то утер. Шлиссельбургский десант. Да, есть такое у меня видео. Как называется канал? Саша Шпак называется. Я лысый? Не, что вы. Я еще не успел перелысеть. Так, Шлиссельбургский десант. Есть такое, мы освещали тот памятный день, когда открывался этот памятник, посвященный этому десанту. Вот, и видео есть на канале. Оно не очень популярное, но оно не для этого было снято, а просто чтобы и у нас на канале увековечить этот момент. Вот. Так, девушки, мальчики, привет, я передаю только городам и странам, а всем остальным не передаю. Так, ну чего? Надо как-то... Так, вроде ничего в тебе выделительного, но все равно интересно тебя смотреть. Ну, во мне ничего выделительного, потому что у меня только лицо видно. А если я отодвину, там будет еще супер интересная попа с супер интересными татуировками. Особенно мне нравится детям, когда на руки садятся, сразу начинают разглядывать татуировки. Так, Сочи на связи, привет, красота и привет Крыму. И это однозначно. Что с нашими мужчинами? Не знаю, что с вашими мужчинами. А с нашими все хорошо. Так, как вам далеко? Ну, вот сюда. Хватит? Да. Как интернетом? 60 баксов в неделю, и у вас будет интернет. Опа. Связь? Связь? Вот здесь ловит, а вот там уже может не ловить. У вас не местная симка? Нет. Своя, да? Нет, либо по карте покупаете, либо у них карта есть в магазине на центральной рецепции, и там, соответственно, покупаете. Почему они говорят, что интернет входит в стоимость, в номере интернета? Вы в Доминикане. Если вам сказали через минуту, значит через час. Сказали завтра, значит никогда. А интернет входит, но в зависимости от того, дали вы несколько денег на рецепции, и они вас подключили к хорошему интернету, или он будет висеть. Такая у нас Доминикана. А на самом деле, зачем вам чей-то интернет, когда можно заплатить за свой? Спасибо. Не за что. Так. Что у нас еще хорошего? Что-то у вас мало сердечек и мало вопросов. Любимое мужское и женское имя? Но на самом деле мужское мне нравится, мое Александр. А женское? Не знаю. Серьезно, не знаю. Я раньше в детстве, когда у меня когда девушки не было, задумывался, какое имя мне нравится. А потом у меня были девушки с разными именами, поэтому не знаю. Наверное, мне практически все имена нравятся. Хотя бывают, конечно, жуткие имена.
Вот. В каком городе вы сейчас? Это не город, это район. Район называется Пунта-Кана. Зачем испортил лицо? А многим нравится. Так. Привет Гатчине. Гатчина, привет. Кстати, в Гатчине у нас тоже очень красиво. Мы туда приезжаем, но не часто. 2-3 раза, наверное, за лето. Там прикольненько погулять. Привет с Томска. Томску тоже наш пламенный привет. Губы свои. Абсолютно. Вот это. Как сделать такое лицо? Больно и дорого. Как у Маси девичья фамилия? Не знаю. Маска, если захочет, она сама скажет. Вот. Сколько обошлась путевка на двоих? Скажу не так. Скажу, что путевка на двоих в Доминикану на... Букинге. Увидите, сколько стоит путевка. Почему так отвечаю? Потому что у нас друзья в турфирме работают. Точнее, турфирма у них своя. Поэтому будет некорректно говорить, какие входные цены. Вот так вот. О, масёчек там у меня. Коптица весь уже такой. А на глазах тени или что? Ответь, пожалуйста. Хорошо, что я снял все-таки вчера видео, благодаря Масе. На глазах у меня не тени, на глазах у меня татуировка. Шепеляю сейчас зубов? Нет, шепеляю с детства на самом деле, потому что у меня длинный язык. Еще в эфире? Да, еще в эфире, только пока сиськи сюда не закидывай, а то у нас на ютубе все забанится. Хорошо, я не закидываю, просто хочу купаться. Купаться? Давай. Так, надо, как, надо как-то тебя показать, чтобы было видно личико. Ну давай, лицо только. Всем привет! Во, вы просили мысочка, вот мысочок. На экскурсии собираетесь? Нет, на экскурсии мы не собираемся, потому что мы в Доминикане уже были везде. Шпак – настоящая фамилия. Единственное, куда мы собираемся, это в Кокубонго, потому что здесь прикольное, ну, как шоу. То есть здесь все. От постановки как у Мадонны, у Майкла Джексона, кайфовая музыка и, короче, все кайфово. Покажи девочку. Вы муж и жена? Да, вот муж. Муж, скажи привет. Привет. Вот жена, это я. Люблю вас троллить, просто ужасно. Чувак, ты после аварии, что ли? Да. Ну, пойду в моречко. Да, Заинька, давай. Горячая. О, у меня коленки болят. Коленки болят? Постань еще чуть-чуть в перископ. Так, ответь, ты как всю жизнь собираешься ходить с такой физиономией? Как? Шикарно. Шикарно хожу, хорошо работаю. У меня настоящие верные друзья. Так что вот. Не все эти могут хвастаться, если у них даже очень шикарное голливудское лицо. Так. Мы милаши. Есть такое дело. Та-та-та! Это попа, не лицо? Значит, у меня две попы. Уже эксклюзив. Давно ходишь? Как, вот так вот? 10 лет. Не жалеешь, что так глаза сделал? Нет, конечно. Краситься с утра не надо. Пришпак, что такое кардио? Кардио, когда ваш пульс повышается, кардио может служить все. А от смеха до секса. Так что вот так вот. Так, ну вот видите, кто-то со мной восхищается, а кому-то я не нравлюсь. Так ведь должно быть. Не должны же все люди совпадать по мнению, а то это будет прям какой-то коммунизм. Зачем Мася ходит голая? Она с детства у меня нудистка, очень любит. Правда, здесь приходится трусики таскать на пляже. Вообще люди-то, по-моему, должны ходить голые, нет? Греки вот даже бегали голые. Представляете, если бы у нас Олимпийские игры проходили нагишом? Я, по-моему, думаю, что просмотров было бы гораздо больше, чем так. Сколько путевка уже отвечал? Смотрите все на сайте. Так, показать телку. Я не могу показать телку, потому что телок показывают обычно либо на свинофермах, либо на коровьих фермах. Так. Кто ж меня так? Жизнь. Насчет твоей внешности. Так, что насчет моей внешности? Ты тоже голый? Не. Я в трусиках. Во, вот таких. Красивенький, да? Жена в море, а в море интернет не ловит. Шрек, есть такое. Фионка моя. Вы видели это тело? Какое тело я должен был увидеть? Это вампир урод. Первый раз такое вижу. Я когда читаю ваши комментарии, я обычно это делаю инстаграмовски под утренний чай или кофе. Очень приятно. Вот. А когда люди выливают свое дерьмо, на самом деле это тоже прикольно. Возможно, они станут добрее. Хотя для некоторых это просто суть бытия, что ничего другого у них нету. Как вы держали тату? Тяжело.
обезболивающие крема работают только первые какие-то мгновения, там 20-30-40 минут, а когда татуировка зашкаливает за 8-9 часов, в общем, все. Показать всю татуху не получится. Смотрите у меня на YouTube-канале, там, в общем, все видно. Показаться всему? Ну, как покажу всему? У меня рука не такая длинная. Вот. Много туристов покусал? Нет, но вы представляете, если все люди станут, как я, то от вас, хейтеров, ничего не останется. Вас застебут. Вы же понимаете, все обратно возвращается. Переходить на розовый лак? Может быть, когда приедем. А куда эта камера переключилась? А как она переключилась, кстати, без моего ведома? О, какая. Стринги? Не, это танго такие. Видите, с такими милыми завязочками. Вот такими вот. Блам. А картинка такая, кстати, ничего. Мне сейчас меньше отсвечивает, все видно. Так, чем зарабатываю на жизнь? Тренировками и консультациями. На самом деле, за ваши деньги еще отвечаю вам на вопрос, зачем я такой. Многие ведь люди, когда звонят по скайпу, спрашивают не про тренировки, а про питание, а кто-то про психологические проблемы, а просто кто-то хочет поговорить. Ну, и это мне вполне нравится. Сидишь тут себе в Доминикане, а тебе человек раз звонит, и деньги на счет падают. Это прикольно. Я с Петербурга. Любимая книга? Наверное, все-таки книга Ник Перумова. Про одиночество мага. Женский танго? Конечно, женский. У меня нет ни одних мужских трусов. У меня с собой 27 штук. А у маски только 4. Так вот у нас чемодан и забился трусиками. Как тебе позвонить по скайпу? Здесь все совершенно просто. Записывайтесь к Евгению Хайтовичу. Он у меня в друзьях ВК. Вот. И он вас координирует, куда и как звонить, как записываться, куда переводить деньги и прочее. Так, последнее сообщение я не смог прочитать. Может быть, кто-то его переведет. Ты давай тут мне бош. Кем работаю? Уже говорил. Кокляева часто видим? Нет. Бывает даже, что мы месяц не общаемся, а бывает, что за месяц несколько раз общаемся. Но вот последний раз мы общались неделю назад, записали классное видео, но сломался у нас компьютер, потому что положили мы его в багаж грузовой. И, соответственно, это видео хранится теперь до Санкт-Петербурга, где мой оператор будет его обрабатывать. Чего еще? Мишка много чего там интересного порассказал. Мишка в Петербурге будет, в клубе Black Squirrel, Черная Белка. Соответственно, там увидимся. Это уже будет в сентябре. Сколько сейчас градусов? На улице 31, вода у нас 27. Я не гей, детей не планирую. Собственно, вот так вот. Пойду еще поваляюсь, а потом вместе пойдем купаться. Да, потом пойдем вместе купашки. Давай. Почему импланты фобии не мешают мышцы качать, а в груди мешают? Как это? Абсолютно разная техника установки имплантов, потому что в грудь, когда ставят имплант, они ставятся либо под молочную железу, либо частично еще под большую грудную, и, соответственно, он подвижен. А в ягодичную мышцу ее расслаивают напополам, то есть как гамбургер, вставляя внутрь, и она зашита со всех сторон, и прорваться, ну, по крайней мере, в моем варианте она не может, потому что мне без этого было все прикольно. Вот. Так, где Ишаньки? Честно говоря, не знаю. Мы с Ишанькиными не общались практически вот с тайских каникул. Чего? Давайте еще вопрос. Кроме эмоций. Хорошенький. Спасибо. Мне бы еще мороженку, да? И цветочек. Я просто ангелок. Так. По-вашему, красиво? Да не только по-моему. Я вообще нравлюсь людям. Чего с глазами? А что с ними? С какой планеты? Не помню. При приземлении мой посадочный модуль так сильно ударился об вашу жесткую планету, что я потерял память. Сколько лет? 18+. О, вы первый человек, кому не нравятся мои зубы. Так, ношу ли линзы? Нет. Маска носит линзы, не зрение. Не очень. Ну и то, за последний год мы зрение изменили почти на от единицы до полутора. Где брови? Брови выжгли с лазером, потому что там тоже была татуировка. Еще разочек они выжгутся, и во мне будет новый образ. И глазки, и брови.
жена красивая, откуда столько позитива? А что-нибудь позитива? У меня хорошие друзья, хорошая работа. Самая лучшая на свете жена, хорошая квартира, хорошая машина, я в Доминикане. Блин, и что, я тут буду кукситься, что ли, что кому-то не нравлюсь? Вы что, с ума сошли? Так. Курсит ли Мишка? Не знаю, этот вопрос надо задать Мишке. Сашка, подписывается. Спасибо. Если дети, нет и не будет. Мы эгоистично и живем только для себя. И вообще мы сами маленькие дети. Вот. А как по-вашему, где я отдыхаю? Явно не Крым. Хотя Крым очень красивое место. Какой расы? Не знаю. Маську не покажу, она далеко. А шпак один или еще есть? Есть. Моя Маська. При таможенном контроле проблемы не возникают. А какие могут быть проблемы? Мы, когда просят что-то показать, мы все показываем. Собственно, вот. Глаза зачем накрасил? Люди, включите свой IQ. Он же должен присутствовать. Я на пляже. Только что искупался. На мне, блин, крем. Я купаюсь каждые примерно 30-40 минут. Как вы думаете, у меня накрашены глаза? Так. Детей жру. Нет. Показать бицуху? Вы, наверное, подписчик Сережки Миронова. Смотрите, такая. Тум. Во. Банить? Не, если я их буду банить, ну, на это уйдет целую кучу времени, я перестану обращать внимание на нормальные комментарии, потому что буду занят тем, что буду банить засранцев. Вот, а засранцы, они сами отсыпаются после второго или третьего раза, либо становятся шпакалюбами. Здесь же все совершенно просто. Чем по жизни занимаюсь? Кайфую. Самый хороший вариант. Вот. Ну давайте, 3 минутки, и мы пойдем с месяцком. Купайся. Вы в Таиланде? Нет, в Таиланд мы поедем в декабре. На весь Новый год и после Нового года туда. У нас теперь там образовалась куча друзей, которые нам сделают все красивенько, прикольненько и недорого. Где отдыхаем? Байя Амбар. Это Доминикана Пунта-Кана. На чем бабки рублю? Я не рублю, я так побираюсь. Дают мне денег, короче. Верили в Бога? Верю, конечно. Что нового? Нового целую кучу. Кто по году гороскопа ты? Вы не поверите, я Овен в год козла. Это вот таким хитрым вопросом задаете вопрос, сколько мне лет, да? Были на каникулах у Кокова, а что, у Кокова будут третьи каникулы, я еще не, в смысле, не в курсе. Могу ли я дать вам бабок? Нет, не даю. Зачем же мне давать кому-либо денег? Так. Стыдно за русских мужиков? Мне тоже. У них у всех большинство большой живот, они волосатые и дурно пахнут. Так, если они ребенка родят, ему не сладко придется в России. Не знаю, нам сладко. Значит, ему точно будет сладко. По-моему, совершенно логично, не? Так, слежу за твоими видосами, спасибо. Зачем я ем детей? Не знаю. Это ваше мнение, к тому же еще и некорректно написано, и еще с использованием нецензурного языка. Я тоже так хочу побираться, чтобы так отдыхать. Не, ну побираться, что это значит? Это означает, что я делаю свое дело, а мне за это дают тех денег, которых я хочу. По-моему, вот так вот. А вы что считаете, когда вы получаете зарплату, вы не побираетесь? Устраиваетесь на работу, вы знаете, какой социальный пакет, вам платят за это зарплату. Вы начинаете требовать что-то где-то больше, где-то не дорабатываете, потому что вам больше не платят. Все то же самое. Так, я только подошел, с кем отдыхаешь? С Масенькой со своей? А с кем тут еще можно отдыхать? Так, только что посмотрел вас по Ива. А что такое Ива? Я хозяин Алекс Фитнес? Не, это точно не я. Так, я интересный, мне респект. Спасибо огромное. Зарядилась позитивно от вас, дальше можно идти работать. Вот это правильно. Сколько за год тренировки возьмешь? Годами не беру. Я беру либо поразово, либо за месяц. Собственно, вот. Все, мальчики, девочки. Так. Да, девчонок. Девчонки здесь некоторые топлис, поэтому если я начну показывать, потом на мой YouTube канал не выйдет. Кстати, все видео с перископа выходят на лайв канал. То есть так и забивайте. Шпак лайв. Это второй мой канал, который не основной, а такой вот. Живой. Все. Всем спасибо. Всем пока. Всем до встречи.